зрители, любители КВН, мы приветствуем вас на финальной игре городской лиги КВН сезона 2006-2007. Не стоит ощущение, что я немножко волнуюсь, но поскольку в принципе это первая финальная игра, которую я веду, так что тут можно меня тоже поддержать. Спасибо большое, Александр Волков. Итак, дорогие друзья, сейчас поприветствуем бурными аплодисментами команды, которые принимают участие в финале, в финальной игре. Итак, приветствуем. Команда «Неформат» Юргу. На сцену прошу. Капитан команды Иван Руднев. Заречная 13, команда ТСЗ. Команды Михаил Тепло. Команда Роспись Панджи. Команда Радио КДФ. Встречаем бурными аплодисментами. Капитан команды Павел Зайцев. И четвертая команда, которая принимает участие также в финальной игре. Команда Ментос ОВД. Капитан команды Роберт Валинов. Я думаю, что команды нам сегодня покажут достаточно высокий уровень для финальной игры, соответственно, что все зрители будут очень приятно удивлены, может быть, какими-то моментами. И прежде чем вы, наверное, пойдете готовиться, да, к игре, традиционное ни пуха, ни пера. Отлично. Бурными аплодисментами провожаем команду. Будут готовиться у нас к началу первого конкурса, а тем не менее я бы хотел вам, дорогие друзья, представить наши многоуважаемые жюри. Итак, встречаем. Коммерческий директор промо-группы «Мэйди» Карпенко Алексей. Генеральный директор кафе «Светлячок» Назарашвили Ливан. Директор магазина «Камелия» Муртазова Елена. Председатель городской профсоюзной организации Галакова Лариса. Спасибо. Сибагатулин Эмиль, капитан команды КВН, отдел кадров, город Озерск, Москва. Генеральный директор ООО «Империал» Долинин Игорь. Естественно, как всегда, у жюри должен быть председатель. Председатель жюри, начальник отдела по социальной политике и администрации города Ананина Марина. Итак, познакомились со всеми членами жюри и с председателем соответственно. И сейчас информация такая. Спонсор финальной игры городской лиги КВН ООО «Империал». Генеральный директор Долинин Игорь Викторович. Тема заключительного сезона «Летнее настроение». Я думаю, что вы все согласитесь с этим лозунгом, поскольку лето ждем-ждем, так и не дождемся, но думаю, все-таки, может быть, оно как можно скорее наступит. Первый конкурс «Приветствие, ура, каникулы». Ваши аплодисменты. Думаю, команда готова и встречаем. Первыми на этой сцене команда «Заречная 13» ПСЗ. Поехали! Ура, каникулы 2007 года в клубе веселых и находчивых! А у нас миниатюра. Ой, какой хороший мальчик. Ой, какой хороший мальчик. Глазки ерудь, папины, ушки ерудь, папины. Че один? Где родители? Родители дома. Без глазика, носика, ротика и ушек. О, какие у тебя хорошие зубки! И вообще, Алексей, ребенка нужно холить или леять? От этого у него растет холка или лейка. Да в твои-то 25, Альберт, эту холку или лейку шевелить надо! Ура, каникулы, а у студентов еще сессия!
сессию. Тогда в стране помоги! Или в повестку студент и к нам приходи. Бизнес-дом, военкомат. Случай в семье Бородат. Покупал любимый сок в любимом тебе любимом. В любимом, любимый. В любимом, любимая. Магазин любимый, потому что спонсор. На каникулах не обойтись нам без команды ДРК ТВС. Стоит за кулисами радиоведущий, на длинные уши намазав гель. Это Павел Зайцев, победы ждущий, весь расписанный под джель. Срочное объявление от директора телерадиокомпании. На должность секретаря референта требуется мисс Трехгорный. Не позднее 2005 года выпуска, не битая, не крашеная, на ходу. Телефон 8, гудок, еще какие-то цифры. Такси «Автогид ФМ». В каждой десятой машине Александр Волков и Павел Зайцев. Теперь погранщики! А за порядком в КВН следят наши милые милиционеры. Улыбайтесь и шутитесь, добрыми лицами! С нами Ментос! Команда КВН прямо из милиции! А меня как-то прикинь, Алексей, милиционер, тормози. Да, тормозят-то в основном они, да. Причем всегда. А, ну конечно же, на дороге! Представляешь, а я как-то за третьим КПП видел голубой храм милиционеров. А, ты, наверное, хотел сказать пост милиционеров. А разве милиционеры постятся? Конечно, они же суеверные. Да ну? Ну да. Они даже верят в дорожные знаки судьбы. Ура, каникулы! Можно кататься допоздна, ездить как захочу. Поехали за мной. Поехали. Поехали. Опа. С вас? Что? А мы вас без планника пирамиду проведем. Да я не сам вас туда без планника проведу. Ведь мы с вами знакомы. Одним штрафом меньше. Штрафов меньше. Дарит Ментос. Штрафов меньше, если есть знакомый в ОВД. Заречная 13 вам хочет сказать ура, каникулы, пора отдыхать. А у нас последний вам. Коляска 30 тысяч рублей. Халат для мамочки 10 тысяч рублей, одежда для ребенка 10 тысяч рублей и другие премии от нежности 200 тысяч рублей. Правительственная программа 250 тысяч за второго ребенка для погашения кредита по кредитной карте MasterCard. Да, совсем забыл. Николаевич, Иванович, Шиманович, ау, вы где? В общем, если вы меня слышите, я бы хотел, чтобы вы моей команде подарили что-то такое, чтобы каждый сказал: «Вау, ноутбук! Каждому!» А чем займемся в летние выходные дни? Чем займемся? Сейчас расскажу! Итак, дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты. Это была команда «Заречная 13», команда «ПЦЦ». Я думаю, открытым образом просто обрадовались, что мы начались каникулы.
И для того, чтобы посмотреть, естественно, как встречает каникулы следующая команда, вызывает на сцену. И под ваши бурные аплодисменты встречаем команду Хит-ФМ «Роспись под джип». Кутикулы. Саша! Кутикулы — это бесструктурный слой высокоподобного вещества кутина, расположенного поверхности эпидермиса. Саша! Что? Ты каким местом на репетиции слушал? Не знаю. Не ура кутикулы, а ура каникулы! Дамы и господа! Ladies and gentlemen! Представляем в синем углу ринга команда Ментос ОВД! Банкет. Опа, да. Нет, парни, вы выиграете. Желаю вам успехов, удачи. Первого места вам. В городе нашем тревожном есть какой-то игра. И в ту игру сегодня выиграть нам пора. Роспись под джип команда, нету такой нигде. И снова мы на сцене, и снова мы в игре. За день до финала КВН. Слышите? Уже услышали, парни, с КВН. Пойдемте каталки узнаем. Пошли, пойдем. Что вы хотите узнать? Кто выиграет финал КВН? Сейчас посмотрим. Там. Вижу, стоит парень в милицейской форме. Ура, мы выиграем, мы выиграем! Да, а стоит он у фрезерного станка. Два победителя, два! Да, у него из штанов выбирает конспектом от анализов. А на руке татуировка РПГ. Так это же полуфинал! Извините, сейчас все посмотрим. Так, перенесемся в будущее! Вижу баню, все команды. О, девушки там у них. Ого! Нет, это не то. Это банкет после игры. А, падать. Сейчас все будет, сейчас. Вот кубок! Вижу кубок. Так, за первое место. РПГ! Спасибо, дорогая. А это что, можно узнать бюджет города на следующий год? Конечно. Ну пошли уже! А у нас реклама. Я тоже раньше спал в лифтах, у меня не было сил. Но сейчас я пью Актимель. Давайте посмотрим на его действие. Актимель. Весь день с энергией. А у нас реклама про пиво. Пиво — это самое лучшее. Про пиво нельзя. А у нас сценка про секс. Секс — это самое лучшее. Ничего, про секс тоже нельзя. А у нас сценка про девушки. Девушки — это самое лучшее. Ничего, про девушек тоже нельзя. Да почему про девушек-то нельзя?
А между пивом и сексом ты кого ищешь? Девушек. Так вот поэтому и нельзя. Мальчик! Эй, мальчик! Че хотят, мальчик? Вот объясни мне тогда, вот почему команда милиции вот всегда выступает в костюмах? А потому что у них спонсор Катав Ивановский конфискат. Ну хорошо, а вот ПСЗ Юрку? А их спонсор от армии отмазывает. А у нас-то кто? Телерадиокомпания ТРК ТВС. И чё? Ну, оператора видишь? Ну, вижу. Ну, можешь его попросить, он там тебе полы помоет, пропылесосит. Надо? Нет, не вот надо. Вот так и выступаем. Пацаны, пошли, что покажу, парни! Пошли, что покажу, пошли, что покажу! Пошли, что покажу! Пошли! А пока парни смотрят, что там, у нас случай в огороде. Дочь, заканчивай с колорадскими жуками, клубника растет там. Все мы помним 1 июня, жара, город трехгорный, буря. Давайте посмотрим, как все это было. Начались каникулы, жена и теща уехали на дачу и взяли с собой детей. Yes! Это команда «Роскомнадзор», которая представляет телерадиокомпания КВС. Вот таким образом ребята видят у нас КВН. И, кстати, заметили, что первые две команды, которые у нас уже выступили в первом конкурсе, не забывают про остальных участников этой игры. Да? Итак, дорогой жюри у нас делает выводы, поскольку после первого конкурса мы узнаем предварительные оценки за конкурс приветствия «Ура, каникулы». И сейчас на этой сцене встречаем следующую команду. Команда «Ментос» ОБД. Thank you.
наверное, последний раз. Цирковая группа Трупа. Братья. Замолкие братья. Встречайте. И первая композиция. Площадь Ленина. Водонапорная башня. И третья композиция, смертельный номер. Делается впервые. Как вы думаете, что это? Светлячок. Надо было эту штучку плавно отжать, а ручечку в другую сторону повернуть. Теперь спокойно спим мы после пива. Мы теперь два раза больше выпьем пива. Сначала съешь суп! Тогда я умру! Моя свинья! Во время летних каникул инспектор ДПС очень жестоко и с особым цинизмом относится к нарушителям правил движения. Ну что, товарищ водитель, нарушаем? Пойдемте в машину. Ну что, спасибо, товарищ водитель. Во время летних каникул все пытаются сдать экзамен. Я не знаю, насколько у них это получится. Да, можно? Заходите, заходите, давайте. Товарищ профессор. Давай сходим с ним же. Вот вам мой чертеж. Нервничаешь? Да. Знаете, у вас чертеж без даты. В смысле? Я говорю, без даты у вас чертеж. А? Нормальный такой чертеж. Я вам говорю, дату поставьте, потом придете. Давайте, все, все. Лето было, да? Такое теплое. Ты знаешь! Помнишь, был ураган? Да ты что, ну и кошку молния убила. Да ты что, ну-ка расскажи, это редчайший случай. Ага, ага, она так голову утаскивает, а я замок засунул, так мяу! Саня, здорово, Сашок. Здорово тебе. Не поверишь, чего за пирамиду вчера было. Ты же знаешь, я нормальный пацан, реально. Ну, я выхожу, такие четыре лба, такие стоят за руку за пирамиду. Иди сюда, как мы сейчас тебе накумарим здесь, слушай, реально вообще. Да ты че? Ну я же не лох, ты знаешь. Я подхожу, такой первого, такой хлоп справа, такой, хлоп падает. Ага. Второго беру, такой слева, такой, хлоп, он падает. Ага. Третьего такой беру с колена, такой хлоп, он тоже падает. Ну короче, замесил, реально вообще нормально. Не, все, подожди, а четвертого ты че? А, четвертого на день рождения. Наш любимый кавалер. Мы выступаем здесь.
Пожалуйста, Минтас, который представляет ОВД. Ваши аплодисменты нескончаемые. И в первом конкурсе приветствие «Ура, каникулы» встречаем четвертая команда «Неформат». ЮРГУ, ваши бурные аплодисменты. На этой сцене встает команда «Неформат». Загородный лагерь имени Ивана Сусанина, каменный черепок. Вожатый самобытствует. Тихо! Молчать! Кто сказал молчать? Ты? Я тебя до медпункта нес раненого. На горбу рак тебя укусил, а ты? Сказал, что я горбатый. Все горбы понаделают, будете как я. Кто сказал, что я как все? Ты? Я думаю, выпей за мое здоровье. Брезгуешь, да? Кто обрадовался, что вожатый умер? Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ли на свете всех? Вы посмотрели миниатюру Казанова. Просто такая сильная любовь, ты вещал. Итак, кто у нас сегодня не заправил кровать? Кормим рысью. Молодец, жилец, постаралась. Почему плохо заправлена кровать, а? Плохо старался, в следующий раз пойдешь в клетку. Почему кровать не заправлена? Это не моя. А чья это кровать? Иванов. Где Иванов, а? Так, ну я здесь. Пашенька, Пашенька, я заправлю кровать. Все, иди отдыхай. Вы за колено, я сказал! Пашенька! За колено! Пашенька! Вы говорите, детка, что ли, а? Пашенька, нет. Так, пойдем, сам рысь накормлю. Антонио, мне жарко. Антонио, мне жарко. Антонио, мне жарко. Антонио, мне жарко. Антонио, Антонио, мне жарко. Антонио, 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 братан, реально жарко. Антонио, 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 Антонио. Вы просмотрели миниатюру «Куры Гри». Сыночек, кушай, на. Тебе же расти надо. Еще одна. На, еще. Создала новые подгузники с красным перцем. Теперь ваш малыш 10 раз подумает перед тем, как его намочить. У вас жесткая вода? Она не пролазит в кран?
Ай-яй-яй-яй-яй! Ирка приготовила подарок на юбилей города. Серьезно? Да, серьезно сейчас. Ребята, я приготовила сюрприз! Заречные 13, ВСЗ, пожалуйста, жюри ваши оценки. 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4. Спасибо. Команда «Русский спортшик». Были вторыми на этой сцене, пожалуйста, ваши оценки. 5, 5, 4, 4, 5, 4, 3. Спасибо. Команда «Метас», ОВД. Спасибо. И команда «Неформат», Юргу, пожалуйста. 4-4-4-4-3-4-3. Большое спасибо. После второго конкурса разминки мы узнаем средний балл, который получается у нас по общей игре. Ну а сейчас разрешите, наверное, приступить ко второму конкурсу. Разминка. Все мы знаем, что это такое. Это, естественно, вопросы от команд. И каждая команда отвечает. Итак, бурными аплодисментами встречаем команду на этой сцене. Пожалуйста. Заречная 13, Русский спортшик, команда «Ментос» и «Неформат». Ваши аплодисменты не смолкающие. Поскольку это, я думаю, тоже зависит, как команда у вас будет работать в буквальном смысле этого слова. И
Я вижу команды довольные оценками, да, такие веселые лица. Хорошо. Итак, команда готова, да? Ну, давайте, может, поплотнее, или чтобы не послушали, да? Ну, за ведущим спрятаться можно всегда. Итак, первый вопрос, пожалуйста, нам задает команда «Роспись под джем». Павел, давай. Итак, вопрос командам. Что делают летом в аду? Павел, а ты сам знаешь ответ? Команда «Ментос» готова, да? Пожалуйста, вопрос, Павел. Что делают летом в аду? Второй ад – это пирамида. Туда, чтобы зайти, нужно кулак-самотык, шапка-невредимка и сапоги-скороходы. Отлично. Так, следующий. Что делают летом в аду? Летом в аду ищут в аду. Ответ, и сейчас ответ от Заречной 13, пожалуйста. Что делают летом в аду? В аду, Паша, нашим-то летом греется. Все окей, как мне помню? За мной посмотри. Итак, что делают летом в аду? Эй, слушай, да, что в аду делают? В аду пьют, в аду купаются. Итак, напоминаю, что будет по два вопроса от каждой команды, но мы по порядочку. Следующий вопрос задает команда «Ментос» ОВД. Пожалуйста. Почему зритель, опоздавший на КВН, пробирается по рядам очень медленно? Почему зритель, опоздавший на КВН, пробирается по рядам очень медленно? Но сегодня это вообще актуальный вопрос, да, я так понимаю? Мне кажется, это вообще очевидный ответ, но команды так задумались просто. Есть ответ от Заречных 13, пожалуйста. Почему зритель, опоздавший на КВН, пробирается по рядам очень медленно? Это не зритель, это опоздавший КВНщик. Спасибо. Почему зритель, опоздавший на КВН, пробирается по рядам очень медленно? Ищет свободное место. И еще раз, почему зритель пробирается по рядам очень медленно, когда опоздает? Зрителям, опоздавшим на входе, наливают штрафную. Спасибо. И собственный ответ от команды «Ментос». Почему зритель, опоздавший на КВН, пробирается по рядам очень медленно? Он просто долго думает, какое место дать посмотреть сидящим. Спасибо. Да, очевидно. Очень хорошо. Следующий вопрос задает команда «Неформат». Йогу, прошу. Что написано внутри мужского обручального кольца? Пожалуйста, есть желающие? Ответ? Ага, вот. Паш, ну ты уже не успел. Давай, подожди, Марина. Что написано внутри мужского обручального кольца? Простая надпись «В аду лучше». Ответ от ДОПГ, пожалуйста. Что написано внутри мужского обручального кольца? Телефон и любовница. Что написано внутри обручального мужского кольца? При разводе выдерни кольцо и выдали стекло. Собственный ответ, пожалуйста. Внутри мужского обручального кольца написано:
Этот дятел был окольцован в Трехгорном в 95-м году. Про кого лично бывает? Хорошо. Следующий вопрос задает команда «Заречная 13», пожалуйста. Добрый вечер. В городе Трехгорный открылся магазин «Проспект» и уже успел всех удивить. А то есть чек, да? Пожалуйста, команда «Думай». Наверное, у тебя перечень целый, да? Чудес света. Итак, есть готовые ответы? В городе Трехгорном открылся магазин «Проспект» и уже успел всех удивить. Там даже крысы с тележками бегают. Горный открылся магазин «Проспект» и уже успел всех удивить. А он удивил всех тем, что там на три продавца приходит всего половина покупателя. В городе Трехгорном открылся магазин «Проспект» и уже успел всех удивить. Заходите к нам в «Проспект», будет вам всегда респект. Собственный ответ, пожалуйста. В городе Трехгорном открылся магазин «Проспект» и уже успел всех удивить. Супер предложение от магазина «Проспект». Сегодня вы сможете сэкономить до 1000 рублей. Сегодня мы закрыты. Хорошо. И пойдем по второму кругу. Вопрос задает команда «Роспистолчель». Павел, пожалуйста. Какое в городе самое музыкальное летнее заведение? Павел, а в смысле самое громкое? Он сейчас разъясним. Хорошо. Ответ от команды «Ментос». Какое в городе самое музыкальное заведение летнее? Самое музыкальное заведение – это квартира призывника перед призывом. Смелее, ребята. А я думаю, ну, в принципе, можно. Так, даже, ну. Я вообще промолчу по этому поводу. Да, спасибо. Павел, ну расскажи нам хотя бы анекдот, может быть, коротенький. Нет, да? Нет. Хорошо. Есть ответ. Какое в городе самое музыкальное летнее заведение? Это мой живот после горохового супа. Что же там бывает, интересно, в этом заведении? Так, ладно. А, пожалуйста, Заречный, 13. Какое в городе самое музыкальное летнее заведение? Ну, сейчас не знаю, а раньше это была клетка. Только там можно было посмотреть, как развлекаются гамадрилы. Какое в городе самое музыкальное летнее заведение? Кафе «Балтика» постоянно бьют в бубен. Итак, пожалуйста, команда «Ментос», от вас второй вопрос. У нас профессиональный вопрос. Бывает ли, что при раскрытии одного преступления выявляется еще несколько? Пожалуйста, ответы от команд, кто будет первым отвечать. Побаивайся. Тупик. Да. Ответ от команды РПГ.
Бывает ли, что при раскрытии одного преступления появляются еще несколько? Ну, мы боимся отвечать на этот вопрос, потому что вдруг, если мы правильно ответим, сегодня в КПЗ из-за вас попадем еще. А, то есть, как бы, разгадавшись, да, от ответа? Понятно. Пожалуйста, Заречная 13 и команда «Неформат». Волнуюсь. Пожалуйста. Бывает ли, что по раскрытию одного преступления выявляется еще несколько? Ну, это как у хирурга. При неудачной операции это уже половина вскрытия. Бывает ли, что при раскрытии одного преступления выявляются еще несколько? Конечно, бывает. Это так же, как при открытии бутылки водки. Потом открывается и вторая, и третья. Пожалуйста, собственный ответ. Бывает ли, что при раскрытии одного преступления выявляется еще несколько? Да. Конечно, бывает. Вчера при вскрытии матрешки было обнаружено еще 7 трупов. Спасибо большое. Второй вопрос задает команда «Неформат». Юрку, пожалуйста. Что начинается там, где заканчивается полоса неудач? Команды думают, я напоминаю, что время на думание вопроса все-таки ограничено. Пожалуйста, ваш вопрос и ответ от команды «Метас». Что начинается там, где заканчивается полоса неудач? Ну, полоса неудач – это черная полоса. А жизнь, как рояль, черная полоса, белая полоса и крышка. Спасибо большое. Команда «Русский спаджель» дает свой ответ. Вопрос. Что начинается там, где заканчивается полоса неудач? Команда «Юргу» в полном составе уходит в армию. Спасибо. Оригинальный ответ. И, пожалуйста, команда «Заречная 13» дает свой ответ. Что начинается там, где заканчивается полоса неудач? Закончилась полоса неудач. Началось лето, пора огородов и дач. Собственный ответ, пожалуйста. Там, где заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища. Хорошо. И второй вопрос от команды «Заречная 13». КСЗ, пожалуйста. Надеюсь, это является председателем. Пойдем, какой вопрос задается? Ого. Одна из самых важных проблем, который возникает на отдыхе, это вопрос транспорта. Вы понимаете, да, какой круг мысли у человека, да? Вот второй вопрос уже такой оригинальный и интересный. Есть ответ от команды «Ментос», пожалуйста. Вопрос сначала. Одна из самых важных проблем, которая возникает на отдыхе, это вопрос транспорта. Это проблема команды «Заречный 13». Проблема команды «Метас» — это вопрос печени. Спасибо. Русский спортжей, пожалуйста. Одна из самых важных проблем, которая возникает на отдыхе, это вопрос транспорта. Твоя проблема не в транспорте, а в медицинском транспорте. Так, хорошо. Команда «Неформат» готова дать ответ? Готовы, пожалуйста. Одна из самых важных проблем, которая возникает на отдыхе, это вопрос транспорта. Из-за плохой погоды рейс задерживается. Справляйтесь сами. Спасибо. Ну, правда, уже своим ответом, собственно. Одна из самых важных проблем, которая возникает на отдыхе, это вопрос транспорта. Чтобы не смущать туристов, отменена кольцевая электричка Баден-Баден-Баден-Баден. Хорошо. Ну что же, на этом как бы лимит нашего конкурса по два вопроса
Жюри, хотите вопросик, да, задать? А, пожалуйста, можно свет в зал. Итак. Я передам микрофончик, пожалуйста. Уважаемая команда, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем отличается Икар и Бэтмен? Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, чем отличаются Икар и Бэтмен? В Икаре пьют, а у Бэтмена уже улетают. Вопрос повторяю. Уважаемая милиция, скажите, пожалуйста. На ваш профессиональный взгляд, чем отличаются Икар и Бэтмен? Все просто. Икар – это человек-мужчина, а Бэтмен – это человек-мышь. Спасибо. Уважаемый информат, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем отличаются Икар и Бэтмен? Это как Рональдо и Сычев. Вроде цветом разные, а в принципе одинаковые. Пожалуйста, вопрос. Уважаемый зверь, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем отличаются Икар и Бэтмен? В закрытых городах Америки памятники Бэтмену не ставят. А Икар, ну, понятно, хорошо. Будут еще, да? Да, еще. Пожалуйста. Да. Прямо на стадионе болельщиками «Спартака» был оборудован небольшой цех по производству мыла. Вопрос. Скажите, из какого сырья они делают этот замечательный продукт? Итак, спасибо за вопрос, команда, я думаю. Кто будет отвечать первым? Видимо, технологический процесс обсуждается. Итак, пожалуйста, первый ответ. От какой команды будет? Да. А может быть, снять этот вопрос с обсуждения бесплатно? Нет, есть ответ. Пожалуйста, вопрос. Начинаю еще раз вопрос. Скажите, из какого сырья они делают этот замечательный продукт? Из сальных отложений футболистов. Логично и просто. Пожалуйста, РПГ. Скажите, из какого сырья они делают этот замечательный продукт? Кто? Кто? Болельщик «Спартака». Мы не знаем, что такое «Спартак», а ты нас про мыло спрашиваешь. Скажите, пожалуйста, из какого сырья они делают этот замечательный продукт? Ромашка белая, лепесточки нежные. Коллекционеры, слушаем вопрос. Скажите, из какого сырья они делают этот замечательный продукт? Мы расследуем это преступление, когда все судьи пропадут после этого. Впервые в жизни я задавал милиционерам вопрос. Обычно делают это они. Большие аплодисменты. Хорошо. Итак, будут еще вопросы от жюри? Достаточно, да, я думаю? Очень хорошо. Итак, командам большое спасибо. Ваши бурные аплодисменты. Пожалуйста, проходите за кулисы и готовимся к следующему конкурсу «Стэн». Ну а мы изначально, друзья, мы сейчас сделаем каким образом? Мы узнаем оценки за разминку сначала, да? Хорошо. Итак,
первые оценки за разминку. Задавалось по два вопроса. Жюри, пожалуйста, ваши оценки команде «Роспись под G». 4, 4, 4, 3, 5, 4, 4. Спасибо большое. Следующие оценки команда «Ментос» ОВД. 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3. Большое спасибо. Оценки команды «Неформат» Юргу за разминку. 4, 5, 5, 4, 4, 3, 5. Заречная 13, ПСЗ. 5, 5, 4, 4, 4, 4, 5. Большое спасибо. И сейчас предоставляем слово счетной комиссии. Средний балл за первый конкурс приветствий «Ура, каникулы». Там микрофона нет уже, да? После первого конкурса «Заречная 13» ПСЗ 4,1. «Неформат» Юргу 3,7. «Роспись» Подшиль Радио Хит ФМ 4,2. «Ментос» ОВД 5 баллов ровно. Большое спасибо жюри. И прежде чем мы перейдем к следующему конкурсу, СТЭМ, будет называться он «Случай на отдыхе», команда «Заречная 13» КСЗ благодарит своих спонсоров, сеть магазинов ООО «Элюр» и лично Юрия Владимировича Киселева, а также отдел «Виртуальный мир» и лично Алексея Павловича Ермолаева и отдел «Молодежное», молодежное объединение РГУП КСЗ и своих родителей за поддержку и подготовку команды. Итак, конкурс «СТЭМ. Случай на отдыхе». Первыми на этой сцене появляются под ваши бурные аплодисменты команда «Ментос» ОВД. Все, я устала. Я целый год на вас со сковородками горбатилась. Мне еле-еле все хватает телевизор смотреть. Хочу на курорт. Зачем же на курорт? У нас такой прекрасный дом Простоквашино. Не, я хочу в Испанию от быков побегать. Не, Марк, ты сходи лучше в пирамиду, дотолкни кого-нибудь, там и побегаешь. Не, все решено. Мы с отцом едем на курорт, а ты езжай в свою Простоквашино. Волчонок, ну скажи, занято, занято. Я только научился говорить, кто там. Опять эта новенькая. Понимаешь, Галчонок, когда к тебе дверь стучат, не всегда надо говорить, кто там. Иногда надо сказать «занято». Занято? О! Пустите меня, это я, дядя Федор Конь, с города приехал. О, наконец-то мой любимый дядя Федор приехал. Теперь мы вдвое больше молока надоем. Слышь, Матроска, ты мне скажи, где шарик-то у нас? Вон он за сараем сидит. А что там делает? Да ничего не делает, надел уже. Я вот он, метанусь за ним, побрим. Давай. Ох уж этот мне шарик. О, идет. Эй, шарик, ты зачем все лопухи посрывал? У нас же бумага есть. Качество не моей мануфактуры. О! Даже, блядь, сибирский серебряник. Я тебя вообще куда посылал? В огород хрен собирать. А ты не собрал ни хрена. Ты знаешь, шарик, ты у нас вчера через забор перелазил и гвоздем себе зад поцарапал. Матроскин, ты-то откуда знаешь? А кто еще мог все зеркало на уровне зада пластырем залепить, а? Вот иди теперь оттирай. Некогда мне, я на рыбалку пойду. Вчера ходил уже на рыбалку, принес всякую фигню костлявую. Это вообще-то не фигня, Матроскин, это окуни, а я привык к окуням. Может, ты и привык всякую какуням, а мы с дядей Федором хотим нормально питаться. Да ладно вам ссориться. Вы лучше расскажите, как вы без меня зиму перезимовали. Ой, дядя Федор, зима выдалась холодная, голодная. Пришлось нам с Матроскиным ходить по грибы. Да, много по грибов мы в эту зиму повскрывали.
отсюда. Давай-ка лучше возьмем девчонок и пойдем к Печке. А Печкин, ты что у нас, не против? Да Печкин ты не против, но девчонки-то лучше. И не нужны мне ваши девчонки. У меня коровы есть. Ты знаешь, сколько моя мурка молока дает? Нет. А вот иди-ка подай, ты будешь приятно удивлен. Пойду и подаю же. Иди, сходи. У моей мурки вот такие надуи. Как моя корова дуется. Занято! Это я, почтальон Печкин, принес газету для вашего шарика. О, это моя любимая. Стой, стой, это читать надо. Смотри, вчера в Антарктиде ученые обнаружили маленькую трехногую девочку. Как потом оказалось, это был мальчик. О, объявление, смотри. Пропала собака, водолаз, окрас черный, акваланг синий. Про тебя, что ли, шарик? Дай сюда, дай. Вот, смотри, народные гадания. В ночь на Ивана Купала молодые девушки приходят на речку и кидают там венки, у которой венок утонет, то есть она большая башка. О! Занято! Это я, почтальон Печкин, привел вашу корову. Вашу мать! Да нет, вашу корову! Слышь, а кого дядя Федор там дует-то? Иди посмотри. Хорошо. Да мне пофиг, как тебе, хорошо, плохо. Иди посмотри, говорю. Хорошо. Ну не тяни, не тяни. Так вот и я говорю, не тяни, не тяни, а он тянет. А у Гаврюши глаза все больше и больше. А дядя Федор, ты заметил что? Да пока-то вдруг не заметил, городской же, если заметит. Валить мне надо. Слушай, матроску, подожди, я пойду объявление в газету дам. Молодам кота, хорошие, добрые руки или утоплю. Слышь, матроски, я не знаю, что ты там про надой говорю. Я полдня даю, полторашки не даю. Родителям увезу. Вот молодец. О, давай, давай, родителям вези, а то на электричку опоздаешь, молоко испортишь. Не-не-не, подожди, молоко-то забыл. Мурка? Матроскин? Вот такая история произошла у нас этим летом в Простоквашино. Потом, конечно, дядя Федор меня простил, и мы все вместе долго смеялись над этим случаем. А громче всех смеялся Гаврюша. Команда «Ментос» показала нам сцену «Случай на отдыхе». И хотелось бы напомнить всем зрителям, что в стеме на сцене находится не больше 3 человек. Итак, встречаем. Команда «Неформат Юргу». Ваши бурные аплодисменты. Многие люди в настоящее время пользуются услугами телохранителей. И наша команда не исключение. Мальчишки и девчонки, а также их родители. О, братан, это ты что ли? Да не боись, я тебя по периметру возьму, по периметру возьму. Да тебя никто не подстрелит. О, братан, что такое? Да ты не бойся, я тебя допрес за врачи. По периметру возьму, по периметру возьму. А я открою вам маленький секрет. У нас в жюри есть свой человек. И это... А что ж такое-то случилось-то, а, братан? Да ты не бойся, я тебя по периметру возьму, по периметру! Успокойся, из-за твоего периметра уже полкоманды положило. Иди, что ли, с людьми пообщайся. Дорогой Александр Васильевич... Андрей! Ты дайте помечтать-то, а? Дорогой Александр Викторович, мы уже не первый раз выходим на эту сцену вместе. Нам бы не хотелось бы вас потерять. Поэтому я по периметру возьму, по периметру! В эти выходные наша команда побывала на фестивале «Барда». Значит, добирались под Атуну на поезде номер 113,
Вагон достался нам 13-й, и, как всегда, нам повезло с местами. Мы ехали в тамбуре, а потом... Спасибо всем. Так, хорошо. Смотрим! Добрый день! На улице минус 30, а это значит, что на Урале наступило лето. И у нас в гостях Олег Ментай. Мы слышим, как сосулькой убила бобра, а это значит, что у нас рубрика «Вопрос». И по традиции задает вопрос тот, у кого ствол. Итак, Олег, споете? Можно я побегаю с Андреевичем? Конечно, ну конечно. Пой. Лето это маленькая жизнь, пофиг. Пофиг, пофиг, Олег, нам до лета. На улице же минус 30. Давай с тобой поговорим, прости, не знаю, где дрова. Еще раз, ты споешь такую песню, и я лишу тебя руки. Давай за жизнь, давай, брат, до конца, давай. Заткнись, Олег, и пой свои песни. Плакала береза, хохотал крыжовник, подрались за вишню, клубника и шиповник. Мать укался тополь, пела песни слива. Вот такая штука, димедрол и пиво. Вот можешь же петь свои песни. А наша команда продолжает фестивалить на том же поезде номер 113. Здравия желаю, лейтенант Крысюк, ваши документы. Вот. Угу. Наркотики, оружие, запрещенные предметы везем? Нет. Странно, обычно везут. Не, мы не такие. Не такие. А что это у вас? Коньяк. Компот. Армянский. Молдавский. Домашний. А это что у вас? Игра. Не наш, а сосед забыл, из купе вышел. А что это у вас здесь так накурено? Санитарная зона была, врачи вагон накуривали. Слышите этот звук за окошком? А это означает то, что вы прибыли на место всемирного чемпионата по коровудоению. Смотрим. Вы присутствуете на финале чемпионата мира по коровадоению. Итак, встречайте, в правом углу заслуженный дояр России Борис Доисеев. А в левом углу находится заслуженный дояр России и пятикратный обладатель золотого вымени Андрей Доилко. Итак, на старт, внимание, марш! И, как мы видим, Андрей приступил к своему излюбленному способу доения, который называется лыжная ходьба. Напоминаю, что это очень эффективный способ доения, который дает от 300 до 500 литров молока в час. А пока меняют корову, Андрей покажет нам еще один очень интересный способ, который называется «пятый сосок». Да, действительно, очень интересно. И все судьи ставят 10 баллов за оригинальный жанр. Итак, Андрей хочет продемонстрировать нам еще один способ, очень веселый, который называется «Яблочко». Молоко вдвойне вкуснее, если яблочком доить. А пока судьи подводят итоги, я хочу напомнить, что спонсором нашего чемпионата является фирма производителей колготок «Сиси». Колготки «Сиси» для тех, у кого «Сиси» уже там, где колготки. Итак, судьи подвели итоги, и победил Борис Доисеев. Я знал. Потому что нефиг выпендриваться, да и как все. Ваши аплодисменты. Большие аплодисменты команды «Неформат» и «Ургун» показала случай на отдыхе. И такой же случай мы посмотрим от следующей команды, которая выходит на эту сцену. Встречаем «Заречная 13» ПСЗ.
однажды на отдыхе такой случай был. Сижу я, значит. А, все это дело было-то в пансионате «Солнышко», посвященном 55-летию мелиорации Таджикистана. А еще у моря, короче. Сижу, значит, в середине озера, в лодке, никого не трогаю, дыхания никого нету. Тут ко мне человек подходит, ну все, началось. Good morning. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'd like to see you. Okay, I'm from America. Я являюсь продюсером компании Walt Disney. Да, ну да. And I хотел бы у вас купить мультфильмский союз Russian Multipulti. Yes, Russian Multipulti, yes. Oh, I'm sorry, я хотел только погладить. Чуть-чуть. Понимаешь, такая жизнь. Посмотрел я все фильмы про мультфильмы. Буквари, словари. Но в мире тоже много сказано. Не переживай, у тебя будет все. Но не сразу. Но не смотри ты по сторонам. По сторонам, да. Оставайся таким, как Куча. Есть! Смотришь там, да? Конечно, да. Катя, ты подготовил мне бизнес-план. А так симпатичный фильм. Вообще умный. Вот. Ну ладно. Давай я тебе расскажу про мультфильм «Простоквашино». Что это? Это не что, это мультфильм. «Простоквашино». What the fuck? Да не вата, it's просто советский мультик. Просто по-английски simple. «Простоквашино», по-простому «заквашино». Окей, тогда только мне сделать рассказ, что там есть про... как? А, про мака? No! Про соду и ржание, да. Соду, ржание мультика. А, да. Ну ладно, слушай. Короче, был такой жил советский батя дядя оттуда. Он подружился с котом Батрускиным, они решили сбежать в деревню, написали таблички, просто можно. И познакомились там с Шариком, и жили все втроем. За горой. Стоп. Стоп. Лодку не переверни. Вот, ну, чё? А, то есть вы имеете в виду, там был дядя Федор мальчик, да? Он подружился с котом и поехать в деревню, там встретить собаку, и они жить и дружить вместе? Ну да. О май гад! It's Маугли! Да не Маугли, у них еще печки были. Вот. А, this is Балу! Да не Балу, Балу это же медведь. Понимаешь? А печки, ну печки это вот, как тебе объяснить? Попроще. Ну, такая штучка. Холодильник открываешь, еду туда, пам, крышку открываешь, датчик левый, тут дзинь, готово. Горяченько ешь, садишься, ешь. Не, ну ты балбес, я тебе образно объясняю, потому что ничего не существует. Вот. Прошел час. Да ну? Ну да. А, ну ладно. Вот, а мальчик еще был дядя Федор. Мальчик дядя Федор, то есть он подружился с собакой Шарик. Сферикал, что ли? Сфердог. Узкий хватит для ветушки. Га-га-га-га! Такой, га-га! Га-га! Understand? No! Значит, нет, да? Ну, тупо. Ну ладно, был еще Матроскин. С Матроскин, да все понятно. А это еще кто? Кто-кто? Ну, не я ж пальто. Понимаешь, мультик, ну он еще, знаешь, такой, как сказать тебе, в тельняшке ходил, да здравствует ВДВ там. А, DVD. Not DVD, no! No! Если они тебя сейчас услышат, тебе же после КВН. Понимаешь? Вот. Так, в общем, Матроскин, ты мультик Sailor Moon смотрел? А, конечно. О, да. Sailor Skin, like a skinhead. Эй, нигер, иди сюда. Нет. Где столько пулек ты возьмешь? Он просто собак не любил. А old dog всех собак. Да не та-та-та-та. Опять же говорю, пулек много надо. Так чисто лучше. Одно что-нибудь такое, знаешь. Дурак опять напугал. Вот. Ну, в общем. Насчет полетов. Кстати, был еще галчонок такой. What the f...
Кто-то спрашивал. Ну, это, знаешь, такой смол, такой маленький, черный такой. Ну, это Бэтмен. Бэтмен. Бэтмен, это как памятник Икару, магазин Трудовый, что ли? Да нет. Бёрд, птичка. Бёрд, птичка. Окей. Ну? Все, ясно. Ну и все, тебе понятно вообще содержание? Если ты, сейчас, слушай. Стоп! Ты же американец. Окей, I'm sorry. Я съем пень. Вот. Объясняю. То есть у вас там мальчик, дядя Федор, собака Шарик, Стерегов. Да. Кот Скинхед и птичка Бэтмен. Ну, понял? О май гад. Тук-тук-тук. Вы слышите сейчас кто-то стучаться? Стучаться? Мы сидим в лодке посередине озера, никого кругом нет. Кто-то стучится? В следующий раз, когда будут стучаться в дверь, ты подойди в середине озера, на лодке никого нет. Ты подойди к двери, загляни в глазок, спроси, кто там. Вдруг бандиты? Или пенсию принесли? Тук-тук-тук. Кто там? Пенсия? Нет, это я, Иван Федорович Крузенштерн. Человек или пароход? О май гад! No, Russian multi-Putin, no! No, I want Santa Barbara. Богатый тоже плачет. Не родись красивый. Ты куда? Прошу пардона, я из-за кордона. Парлевую франце? Игвин. То есть я. Я хотите купить ваш... Совет мультфильмский... А раз мультибуди? Пойдем, я тебе объясню. Мультик про Простоквашино. Жил, короче, один батюк дядя Федор и подружился с водой. Итак, дорогие друзья, это был случай на отдыхе от команды «Заречная 13 ПСЗ». И завершает стэм случай на отдыхе, опять же, команда «Роспись под Жель», команда «Хит ФМ». Пожалуйста, встречаем. Начнем наше совещание в пионерском лагере имени... Хорошо. Имени меня. Итак. Что-то я милиционера нашего не вижу. Как оперативка, так его нету. Что, опять сердцем плохо? Ладно, начнем. Так. Ну, начнем с общих фактов. Неделя прошла спокойно, значит, летальных исходов всего два, и то не по нашей вине. Так что нам беспокоиться не о чем. Одному мальчику отдавили на дискотеке ноги до колен. Но свет выключили, помните, да? Отвечать будет кто? Правильно, электрики. Вот. Один мальчик замерз, да, отопление выключили. Отвечать будет кто? Правильно, отопленники. Вот. Значит, повара в целом работали, да, молодцы, не только хорошо нас кормили, но и избавили лагерь от собак.
Правда, собака была нашего сторожа, но пирожки он тоже с удовольствием ел. Вот. Сегодня они хотят угостить нас с вами, детей, пирожками с рысью. Радуйтесь, деликатес будет. Алексей, объясните мне, пожалуйста, почему у вас дети после зарядки, вот вы им говорите 10 кругов бегать, они бегают 100 и не могут встать? Я считать не умею. И что, что вы считать не умеете? Мы что, вас сюда как математика, что ли, позвали? Вы физрок. Так, завтра, чтобы с утра они отжимались до потери пульса, чтобы потом не то что руку, ложку с супом поднять не могли. Хорошо. Понятно? Хорошо. Хоть на еде сэкономим. Хорошо. Так. Пионер-вожатый первого отряда зайцев. Где он? А, под стулом прячется. Правильно. И пусть прячется. У него вчера из окна мальчик вывалился. Прямо. Ну что, прямо что? Прямо что? Да. Прямо на роженицу вывалился. Ее муж на санях в горнолыжную трассу вез. Сколько? 7. И все девочки. Паша. Да. Окна закрывать надо. Да что я сделаю? А проветривать как я буду вообще? Как проветривать? Для этого в стене ванной трещина имеется, понятно? Ой, доведете вы меня когда-нибудь, а? Пионер вожатый третьего отряда Антон тоже хорош. Взял за деньги в пионерлагерь старушку, 92 года, загримировал. Вечером у нас гости, значит, с юга гуляют, да, по гостиничному комплексу, да? Ну, прекрасно вообще. Ну и чего? Как понять, ну и что? Они только утром в ее паспорт посмотрели. Сегодня все в психушке. Главная медсестра Алена. Аленочка, дорогая моя, почему одни и те же бинты вы по 3 раза используете? Алена! Сколько раз предупреждать? Бинты можно использовать только 2 раза! 2! На 3-й сдаешь прачечную! Где, на ремонт закрыли? Ах, на ремонт закрыли? Стирайте сами! Где? Где-где? В подвале 1-го корпуса лужа имеется! Так, дальше. Вспомнил. Теперь наш массовик-затейник Петр. Петя, я хочу вам сообщить, что маковые соломки всего на 2 спектакля осталось. Нашего поставщика взяли? Что значит взяли? Взяли. Езжайте в долину сами. Деньги я вам выдал. Мало? Трясите родственников. Пионер-вожатый без кайфа работать. Я уже о воспитателях не говорю. 2-й отряд, Леша. Чё? Почему у вас в отряде одни девочки? Да, нормально. А я-то откуда знаю? А кто знает? Ну я не знаю, может, да, администрация? Администрация? Да с такой организацией администрация у нас уже детей своих давно не отправляет сюда. Да ты чё? Так, чтобы уже завтра мальчик был или сами рожайте. Ты чё, я же мужик. Это ваши проблемы. Но чтобы мальчик родился, а то видите, на 20 коек 29 бак. Так что с беременной девочкой в вашем отряде? А это ей мама типа нам рожать не велит, короче. Хорошо. Когда с мамой договоритесь? Девочка на 12 месяце. Ребенок в утробе уже читать научился. Между прочим, сегодня стащил газету «Спектр». Свежий номер. А он, а кто сказал? Кто сказал, то сказал, он и сказал. Уборщик Артемий, почему у вас вчера после уборки территории не убрали все грабли? Родители в шоке, когда один из них 32 раза на эти грабли наступил. Что? Что-что? Ну, говорю, сделали все, что надо. Сегодня выдали тело родственникам. Те, правда, недовольны были, у него на лбу вот с размером с дыню шишка вот такая вот. Вот. Так что Ире пришлось свою шубу отдать. Ира, на вас смотреть холодно.
Сходите в первый корпус, там вам теплый купальник выдадут. Так, когда у нас тепло будет вообще? Я не понимаю. Так на улице июнь месяц. Я знаю, что июнь месяц. Я знаю. Но, милочка, вы не забывайте, что мы на Урале живем. Здесь зима круглый год. У нас отопление все отключили. Кстати, разбудите там на последнем стуле кочегара, а то он замерз уже совсем. Пусть идет на улицу спит. На улице и то теплее. Ну, я думаю, все. Совещание закончено. Сейчас все сдают по 2000 рублей к дню города мне на подарок. И за работу! Итак, ваши аплодисменты. Команда «Росбейсбанк Жени» рассказала о случае на улице стенд. На этом стенд завершился, и я хотел бы обратиться сейчас к жюри для того, чтобы узнать оценки за конкурс стенд. Готовы, да? Итак, первыми на этой сцене были команда «Ментос ОВД». Пожалуйста, ваши оценки. 5-5-4. 5-5-5-4. Спасибо большое. Оценки команды «Неформат». Юргу. 4-4. Так, все четверки. Большое спасибо. «Заречная 13», ПСЗ. 3-3-3-3. Троечки, да? Спасибо. И завершали стенд команда «Росбейсбанк Жени». Так, 4-4-3-4-3-4-3. Спасибо. Итак, узнаем средний балл за предыдущие два конкурса, за приветствие и разминку. Пожалуйста. Оценки за разминку. «Заречная 13» 4,4. «Неформат» Юрку 4,2. «Росбейсбанк Жени» радио Хит ФМ 4 балла ровно. «Ментос» ОВД 4,5 балла. Итог за два конкурса. «Заречная 13» 8,5 балла. «Неформат» 7,9 балла. «Росбейсбанк Жени» 8,2 балла. И «Ментос» ОВД 9,5 балла. Что ж, большое спасибо жюри, и мы переходим к завершающему конкурсу финальной игры городской лиги КВН. Музыкальное домашнее задание под названием «Здравствуй, лето». На этой сцене мы встречаем команду «Неформат Юргу». А у нас новости культуры. След. Где след? Где след? Не знаешь, где след? Не знаешь, где след? Где след? Где след? Смотрите на видео, следопыт. Ой, какая собачка! Собачка! Это не собачка, это волк! Волкодав! Смотрите на видео, волкодав. Ну ладно, дружок, чё, пойдем. А у нас реклама. Смотрите, живой! А у нас сейчас такая медика будет. Случай на новом, случай клипа нового Тимати. Йоу, Глеб, давай жару, поехали! Кто-то в клубе чипсы танцует, пусть город знает, с кем он тусует. С чечком из Москвы. Тимати и диджей Клин. Кто-то в клубе чипсы танцует, пусть город знает, с кем он тусует. С чечком из Москвы. Представляешь, у меня дома унитаз забился. Давно. Забился в угол и кричит: хватит, хватит! Представляешь, а я в детстве заниматься сексом любил, пока не понял, что это папа с ремнем. Добрый Гудвин, дай мне сердце, а ему мозги. Нате вам, ребята,
контрольная закупка органов пройдемте. Мой друг дома кроликов держит. Зачем? А прикинь, если их не держать, их вообще некуда девать будет. А я, пользуясь случаем, передаю привет родителям и хочу поздравить своего лучшего друга с днем рождения. Саша, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю поскорее тебе найти свою девушку. И наконец-то покой оставить мое. А в России, в школах России стали преподавать уроки православия. Смотрим. Петро, сколько будет полусумма 6 логарифмов по основанию 7 от тангенса 20? Да Бог его знает. Правильно, Петро, Бог его знает. А теперь горячие новости. В 2008 году скорость поездов будет увеличена до 200 км в час. Но при этом длина 1 км уменьшится вдвое. Техничка 106 школы забыла вторую обувь и сама себя не пустила в школу. Как показали последние исследования, мнение, что корова дает молоко и мясо, ошибочно. И то, и другое у нее просто отнимают. Вчера завод «Виагры» произвел несанкционированный выброс производственных отходов в реку. Сотни купающихся пострадали от неадекватно настроенных бобров и водолазов. Котики! Малабар пришел, молочные реки нападают, так что все к мой крики мобайл и за мной. Как известно, молодые люди всю жизнь искали друг друга. Давайте посмотрим, как это было раньше. Старая, новая сказка. Мы хотим вам сказать сказку хорошую, но страшную. В некотором царстве, в некотором государстве, посреди большого болота, жил-был Иван, дурак, царевич. И был он такой пригожий. Но с крючком волосы торчком, сам свершок голова в горшок. Что пригожий его на свете не было. Почитал он отца батюшку, царевну матушку, а позже всего он любил молодую. Картошку да большую ложку. Да еще Василису прекрасную. Но похитил ее змей Горыныч и сложил в башню. Оттого Иван и тронулся. Путь дорожку, едут по лугам, по лесам, по частному елечку, по молодому осинечку. По оврагам и болотам, топим и чащобам, трущобам. С неба солнышко светит. Под ногами трясина чавкает. Птицы поют. Совы ухают. Ветерок его ласкает. Кикиморы щекочут. Красота. Жуть. Долго ли, коротко ли, и дошел он до ручки. Избушки на курьих ножках. Вытер лапки платочком шелковым. Сморкнулся в него по-молодецки. Дверь дубовую в резьбе украшения. Плечом вышиб и в избу ввалился. Видит девицу-красавицу, коса золотая, сама молодая. Нога костяная, зуб один торчит, в общем ужас какой-то. Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Заиграл тут в Иване кровь молодецкая. Схватил он топор, да, бабки. Дровишек нарубил, печку стопил, чай скипятил. А потом размахнулся мечом, да как? Колбаски порезал, девицу накормил, напоил, спать уложил. Какую девицу? Это же баба-яга. А мне в каждой бабе-яге красная девица. Я не знаю, что тебе там видится, но ты мне сказку рассказывать не мешай. Вот это ты мне не мешай. Так вот. Видит Иван, уснула красавица. Старуха. Поцеловал. Отрубил. В щечь. Голову. Сам тихонечко вышел, дверцу притворил. Избушку подпалил. Пошел дальше. Наконец-то дошел до чудес страшного. Место. Кругом травка зеленеет, цветочки пестрее. Косточки белеют, тут выскочил змей трехголовый. Сам с гору, голова с пригорок, изо рта огонь валит. А глазки голубые, доверчивые. И говорит он, давай, Ваня, дружить. Давай, говорит Ваня.
Будет у меня сразу три друга. И отрубил ему первую голову. Ну ничего, будет у меня два друга. И вторую голову отрубил. Ничего, старый друг. И третью голову отрубил. Тут видит, выходит Василиса прекрасно. И ей голову погладил. И домой царевну привез. Женился на ней и стали не жить поживать, да добра наживать. Тут и сказки конец. А царевна-то лягушкой оказалась. Но ведь когда любишь, это никак бы не важно. Ну да. Как известно, современная жизнь отличается своей стремительностью. Да, действительно, это очень быстро было. Давайте посмотрим помедленнее еще раз. Еще так нежно. Больше не забыть. Это лето, лето мы считаем. Будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Больше не забыть. Это лето, лето мы считаем. Будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. А теперь песня. На медведя я, друзья, на медведя я, друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, если с другом буду я, а медведь без зубы такой медведь. А в лабораториях приборостроительного завода изобрели секретный прибор. Что ты, искатель? Аппарат. Ну должно же у тебя там что-то быть! Мальчики, мальчики, а теперь еще раз песня. Спасибо командам «Неформат» и «Ургун». Музыкальное домашнее задание «Здравствуй, лето». Следующую команду, которую я приглашаю на эту сцену, как они готовятся, это команда «Заречная 13» ПСЗ. Встречаем! «Здравствуй, лето» 2007 года! Побережье Великой реки Рязань, привет! Здорово, здорово! Не спать, мы начинаем отдыхать! А мы продолжаем приветствовать лето на пляже. Кстати, Саш, ты где? А почему пляж называется пляжем? Внимание, объясняю. П, плавки, песок, Л, девушки, голые ноги. Ой, простите, простите, а где здесь буква «Л»? Ну, ноги. Классно. А, ну да, конечно. Дальше «Я». Где наслаждение, там «Я». Там же девушки, голые ноги. Вы спросите, при чем здесь буква «Л»? Несомненно. Классно. И, наконец, буква «Ж». Да, как же без «Ж», особенно на пляже.
Кстати, самый лучший пляж – это пляж на Дальнем Плёсе. Там здоровущие острые валуны, Галька, Женька, Дарья Сергеевна и крабовые чипсы, которые приятно хрустят под ногами Гальки, Женьки и Дарья Сергеевна. Ой, извините, отвлекся. Так, Дальний Плёс. Ты не знаешь, что напрасно называю Плёс наш дальним. Ты не знаешь, что он не дальний, дальний город это там. Дальний! Хе-хей, жара, лето! Есть места, где отдохнуть. Парк, аллея и Дальний Плёс. А еще в городе закрытом есть закрытый утес. Лучше есть что-нибудь. Жара, лето, но не видно детей и ихних мам, ведь в городе закрытом закрыли фонтан. А можно что-нибудь про открытое? А то это закрытое уже, ух, вот тут вот уже. Жара, лето. Закрыли салон парикмахерский Локон. Но салон парикмахерский не стал на колени. Ну, круто. Да. Schwarzkopf.ru. Немцы в деревне. Кстати, у нас есть лагерь? Хендехоф. Да не этот, пионерский, ё-моё. Чё за детский садик устроили, а? Здравствуй, лето, здравствуй, лето. Серьёзней надо быть. Я чё, серьёзный? Есть в Рязани. Мобильный телефон, музыку закачиваешь? Конечно, давай. Не закачаешь. Вау. А что-нибудь из полифонии? Клубное такое с ударами. Да легко. Комплект постельного белья и проводница, и
проводница каждому. Йоксель, Максель, телега с автовазом. Слушай, а давай нашу Бруклину. Давай, давай. ПСЗ представлял музыкальное домашнее задание «Здравствуй, лето». А я бы хотел напомнить, что спонсор финальной игры городской лиги КВН ООО «Империал» генеральный директор Долинин Игорь Викторович. Для продолжения темы музыкального домашнего задания приглашаю на эту сцену команду «Роспись под Кжель» радио Хит ФМ. Ваши бурные аплодисменты. Сейчас бы на труселях покататься! А я бы хотел! Ничего не говори, а то ты, как всегда, все опошлишь. Так вот, Алеша... Вот. Я бы вообще-то хотел надувной мячик. А, ну ладно. Ну так вот, Леха, ты хочешь... Ребята! Надувной мячик в форме женщины. Ты опять все поздно, но получилось! А у нас необычный случай. Сын президента участвует в легкоатлетическом кроссе! Смотрим. Уступите место пожилому человеку. Молодой человек. Чё? Уступите место пожилому человеку. Ага. Тебе лет сколько? 52. Мне 70. Ой. Молодой человек. Какой тебе молодой человек? Уступите место ветерану войны. Какой я тебе молодой человек? Мне 70 лет! А мне 92. Пошел вон, щенок! Ой, присел. Слышь, дедуля, место уступи. Какой я тебе дедуля? Тебе сейчас сколько лет? Ты кто по жизни такой? Мне лет нормально, и по жизни тоже ничего. Я водитель автобуса! Ура! Как мы любим сериалы, у нас самая добрая мама. Мама, 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 при...
я согласилась. Подожди, Сережка, он же Сергей Иванович. Ну да. Сергей Иванович, он же учитель истории. Да. Подожди, Сергей Иванович, учитель истории, пенсионер. Ну да. Сергей Иванович, учитель истории, пенсионер, ветеран войны. Да. Сергей Иванович, учитель истории, пенсионер, ветеран Первой мировой войны. Да. Сергей Иванович, учитель истории, ветеран Первой мировой войны, у которого нет колена, чашечки, зуб и гор. Да. Дочь! Я так за тебя рада. А у нас песня о наболевшем. Доски любят москвичи давно, и зарплата у нас всех давно. Здравствуйте, здравствуйте, наш главный архитектор. Добрый день, добрый день. Вот, как я и обещал, мы принесли план реконструкции трибун вот на стадионе Труд. Трибуночки. Каркас, как мы обещали. Ага, прекрасно. Да, вот трибуны все вот эти вот, да. То есть мы хотели бы получить от вас вот деньги, как бы мы уже начали строить там. Да, дорогая. Что, в магазин зайти? Прекрасно, прекрасно. А, сейчас будешь диктовать, подожди. Ребят, бумажки никакой нет? А, вот. Сосиски, колбаса. Подождите, а вот так же устроить что ли? Да, стройте, лидер. Вот да, так? Хлеб. Да даже подпишу. Все, поехали, заработал. Извините. Боря Моисеев приехал к нам в город и нашел здесь свою любовь женского пола, подонок. Женился, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Подружки, напрасно плачете во мне. Сережка, Антошка, Андрюшка, Алешка, Дениска. Вся жизнь моя с вами, как сладкая очень ириска. Теперь со мной рядом моя любимая киска. Сережка, Антошка, Андрюшка, случай. Мы продолжаем отбор чтецов на День города. Добрый день. Здравствуйте. Ой, добрый день! Это опять вы. Да, это опять вы. Прекрасно, вы опять пришли к нам со своими стишками. Да. У меня есть город. Да, конечно. Прекрасно. Итак, к юбилею.
Плачут дети у бедных родителей. Снова в утесе ищут строителей. Коротко и вот... Давайте что-нибудь пооптимистичнее. Вот, а, оптимизма да. не хватает. Оптимизма не хватает, да. Есть у меня один стишок, я сочинил вчера. Итак. Радуйтесь, люди! Утес наш открылся! Вчера он открылся! А сегодня закрылся. Так можно не про утес уже? Стих не про утес? Не про утес! Стих не про утес. Есть у меня один стишок, я сочинил вчера. Давайте стих уже про утес. Город отпразднует свой юбилей. Город красивых и умных людей. Но фильмов не будет, строитель донес. И этот стих не про утес. А у меня еще есть загадка, загадка, загадка. Зимой и летом желтым цветом, а? Опять утес! Ребята, ну зачем же вы обманываете людей? Ведь все знают, что в июле кинотеатр будет открыт. Ведь если всем собраться и захотеть... Вот вы были на субботнике? Вот. И если очень постараться, то команда РПГ может выиграть! Наш трехгорный, самый горный город на земле. Он как будто нарисован пальцем на стекле. Нарисованы бульвары, школы. Аплодисменты команде «Роспись под джин», которая представляет развитие такое. И пока готовится следующая команда, музыкальное домашнее задание, следующая информация. Команда «Заречная 13» приборостроительного завода благодарит своих спонсоров. Сеть магазинов ООО «Эллюр» и лично Юрия Владимировича Киселева. Отдел «Виртуальный мир» и лично Алексея Павловича Ермолаева, а также молодежное объединение ФГУП ПСЗ и своим родителям за поддержку и подготовку команды. Думаю, команда следующая готова, будет завершать музыкальное домашнее задание «Здравствуй, лето, лето». Команда «Ментос ОВД». Здравствуйте! В эфире программа «Дело молодое» и я ее ведущий Данил. Молодежь города ты жалуется, что наступило лето, а в городе нечего делать, нечем заняться, а порой даже страшно жить. И у нас есть прямое включение с места событий, и наш специальный корреспондент Евгений на проводе. Евгений? Да, действительно, не весело. А спонсор нашей программы – это молоко от Бори Моисеева. Гомик в деревне. Хорошо иметь гомик в деревне. И первый гость в нашей студии – это молодая группа, вокально-инструментальная, «Крики бабочек». Вы ждете эту группу, а на самом деле «Крики бабушек». И первый вопрос в вашей группе. Почему ваша группа так называется? А что он сказал? Понятно. Второй вопрос. Как появилась ваша группа? Ну это, мы сначала с Петровной перекрикивались. Как это? Смотри. Эй, Петровна, ты не спишь? Я не сплю, и где ты спишь? А чего же ты не спишь? Так молодежь опять шумит. Понятно. А почему уже третья солистка молчит? Семена-то? О, она пропала? Как пропала? Вот же она. А ты ее понюхал? Все понятно. А то не
резко встал после зимы. Я много слышал про ваше творчество, а у вас есть что-нибудь новенькое? Ну, конечно же, есть. Специально для вас, девчонки. One, two, three, four. Будущие палки, мотыки телами, а ты не бойте, обнимите нас сзади. Прокачали мы сегодня эту баню, пусть все знают, как мы отдыхали. Одет меня в бане, веника, парк еще горячо. Горячо. Одет меня в бане, веника, парк еще горячо. Все знают, как ты хочешь, как ты горячо. Все знают, как ты хочешь, как ты горячо. Кто там стучится? Да-да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иван Петрович. А меня Данила. Да ну на. Да нет, меня зовут Данила. Почему вот у вас, сынок, такая передача для молодежи? Тело молодое, а нету тело пожилое. А что бы вы еще хотели? Ну, хотел бы с мэром поговорить. Ну, пожалуйста, он как раз у нас сейчас на связи. Алле! Алле, это мэр? Конечно, конечно. Вот у меня такой вопрос. У меня пенсия маленькая, кушать нечего, а вы там жируете. Это одна сторона вопроса. Какая сторона вопроса? Вот у вас сегодня что на обед, а? Кошка. Кошка. Мы ее сейчас готовим. Издеваетесь, да? Вот к вам вчера бабуля моя пошла на прием. До сих пор нету. Куда вы ее дели-то? Пришлось ее усыпить, к сожалению. И многих вы еще усыпили? К сожалению, я только первый. И это хорошо, Бог все видит. Каргастере, выпила кружки моей. Вы это еще соседку мою усыпите. Да еще Нигера. Это неплохо, только надо продумать, как это все будет. Я вам обещаю обязательно. Это хорошо. А как вы к спиртному относитесь, товарищ мой? Кстати, по поводу водки, конечно, я поддерживаю это начинание, да? Квартирку получить? Давайте мы не будем отвечать на этот вопрос. Абонент не отвечает. Алло! Алло! Извините, связь оборвалась. Сынок, ты мне скажи, привет-то можно передать? Нет? Да можно. Пользуясь моментом, хочу передать привет друзьям, которые тоже пользуются моментом. Ну ты что, старик, с ума сошел? Ну иди отсюда. А у нас новые гости, это городские куплетисты. Здравствуй, город! Здравствуй, лето! Всем привет и уважуха! Мы споем сейчас куплеты. Что, начнем? Давай, Андрюха! Это человек со шлангом, а с аншлага. Встречайте. И шоу-группа «Паралич». Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы в вашем городе с новой авторской программой «Здравствуй, лето». Николай Иванович нам маленечко отстегнул. Обалдеть.
действительно маленечко, но сто за и первую песню мы затянили по заказу невинно пострадавших реальных пацанов этого города. И эту песню мы сейчас с удовольствием споем. В этой песне мы использовали шансон, рок, хеви-метал и 3 баночки пива. 4. Сидели мы спокойно и зекали кино. Вдруг вижу, кто-то лезет ко мне через окно. Я дал ему тихонько ногою фюзеляж. Теперь тюрьма и койка, 9-й был этаж. 9-й был этаж, этаж, 9-й был этаж. Вот такой конфуз, летать он не умел. К сожалению, летать не умел. Также к нам обратилась другая сторона, невинно пострадавшие сотрудники милиции. И мы также для них сочинили песню, и сейчас эту песню с удовольствием исполним. А куда мы нафиг денемся? В этой песне мы использовали попсу, диско и 100 грамм спирта. Стоял я в карауле на зоне, где качки. Вдруг трое сиганули в полет через флажки. Я стрелял в ягодицы и крикнул: ну-ка, стой! Теперь лезу в больнице, патрон был холостой. Простые граждане города, но я не имею в виду администрации. И попросили написать песню о чем-то знакомом, да более родном. Мы эту песню затянили и сейчас с удовольствием исполним. В этой песне мы использовали только фольклор, чистушки и пакетик с клеем, который отобрали у какого-то дедушки. Я как-то раз гуляя, решил попить места, и сам не понимая, прочел у светлячка. Я думал, не сбивают лишь в гангстерском кино. Теперь узнал, что в городе есть сердце и дзюдо. Сердце и дзюдо, дзюдо, сердце и дзюдо. А еще и бокс. Махриганов редкий, а ты спортсмен, а ты спортсмен. Важным случаем хочу передать привет всем тесным коллегам, которые своим трудом добились выхода в финал. Но я не имею в виду роспись под ГЗ, но я не имею в виду. Вот и закончилось наше выступление. И я попрошу всю команду выйти на эту сцену. Ребята, смелее, смелее! Данил, ты что разрядился? Ну как же, все говорят, что у нашей команды нету формы. На сцену мы выходим, в чем попало. Я здесь с одним из предпринимателей встретился, переговорил. И теперь у нашей команды модная, стильная и яркая одежда. Данил, ну это же стрёмно, она же мятая все. Ну правильно мятая, потому что она новая, только со складов камелий. А я вот смотрю, не все вышли. Почему-то другие стесняются. Ребята, где вы там? Вот теперь все. А еще просили передать, что если мы хорошо выступим, у нас у всех будут вот такие пилотки. А я ни разу не играл в финале до этого дня, точнее до вечера. Но вот когда сюда сегодня ребята пригласили меня, остался бы навечно маленький, маленький, большие паралитики. И я исполняю маленькие, маленькие, кусовые картинки, комические сценки. Которая совершала музыкальное домашнее задание «Здравствуй, лето». Молодцы, ребята, мне просто нечего добавить к их выступлению. И сейчас, наверное, обратимся к жюри и узнаем оценки. Да? Хорошо.
Сейчас узнаем оценки за музыкальное домашнее задание «Здравствуй, лето». Первыми на этой сцене выступали команда «Неформат» Юргу. Пожалуйста, оценки. 4-3-4-4-3-3-4. Спасибо. Следующие оценки команде «Заречные 13», приборостроительный завод. 4-3-4-5-4-4-4. Спасибо. Команда «Роспись под Кжель». 5-4-5-5-5-5-5. Спасибо. Музыкальное домашнее задание завершали команда «Ментос». Пожалуйста, жюри, ваши оценки. Так. Хорошо, все понятно, все пятерки. Большое спасибо. Сейчас, наверное, предварительно узнаем средний балл, да? За предыдущий конкурс, да. Конкурс STEM «Случай на отдыхе». Средний балл, пожалуйста. За третий конкурс. Заречная 13. 3 балла ровно. Неформат Юргу. 4 балла ровно. Роспись под Кжель. 3 балла ровно. Ментос КОВД. 4,7 балла. Итог за три конкурса. Заречная 13. 11,5 балла. Неформат Юргу. 11,9 балла. Роспись под Кжель. 11,2 балла. Ментос ОВД. 14,2 балла.